Тебе теперь ничто не угрожает. Ты в безопасности. Ты можешь мне доверять. Я могу тебе доверять. Ты успокаиваешься. Вокруг тебя люди, которые о тебе заботятся. Ты мне мозги не промоешь! Тише, я убью тебя! Ах, деточка, тише! Откройте! Откройте! Открывайте! Помощь нужна! Мне позвонить надо, у нее очень сильная реакция. Но позвонить не положено. Господи, да мне надо посоветоваться с коллегами, понимаете? Вам важен результат лечения или нет? Или вам важно, чтобы я здесь сидела, не двигаясь? Давай. Кто разрешил вам пользоваться телефоном? Я, знаете, здесь не в заточении, а на работе. Дай трубку. Если вы не в состоянии добиться положительных результатов самостоятельно, я буду вынужден...